Самый простой и многим доступный способ переехать в Чешскую Республику на ПМЖ – это трудовая миграция. Я Николай Боруцкий, и в этом видео мы подробно поговорим о работе в Чехии. У многих людей разная цель. Кто едет за высоким уровнем жизни, кто за высокими зарплатами, кто просто на разведку, чтобы хотя бы посмотреть, как можно жить по-другому, по-европейски. Кто-то просто так, потому что ему скучно дома. То есть цели разные бывают. Но по статистике каждый год все больше и больше людей интересуются Чехией. И я не исключение. В 2016 году я первый раз приехал в Чехию по трехмесячной визе. Я не хотел рушить мосты, поэтому у себя на работе в Украине, я работал в морском порту, я не стал писать увольнение, а просто взял отпуск за свой счет на 3 месяца и приехал в Чехию. Приехал сюда не за высокими зарплатами, у меня было намного выше зарплата в порту. Я хотел увидеть реально на собственном примере, не то что как турист, нет, потому что туризм и жизнь — это две разные вещи. Приехав на 3 месяца, я понял, это была любовь с первого взгляда, что я хочу здесь жить. Это нельзя писать. Можно написать хоть 10-20 книжек, но это нужно почувствовать на себе. Поэтому в большинстве случаев те люди, которые сейчас едут по трехмесячным визам, раньше была статистика такая, исключительно на заработки. Сейчас люди едут с целью принять решение. Стоит ли игра свеч на долгосрочный период? Считаю это правильно, я точно так же сделал. Многие из вас зададут такой вопрос, а почему именно Чехия? Ведь есть там Польша, Венгрия, разные страны, то есть разные возможности. Ребята, я реально взвешивал многие за и против. Написал разные статистики, посмотрел фотографии, отзывы. И взвесивший полностью высокий уровень жизни, взвесивший исторические какие-то понятия, взвесивший менталитет людей, отношение к иностранцам, то есть толерантность. То есть были многие факторы, где Чехия выиграла. И я считаю, что Чехия — это золотая середина для комфортной жизни. Здесь нет заоблачных зарплат, здесь много вы не заработаете. Но зарплаты в Чехии хватает, чтобы очень комфортно жить. Когда заканчивалась моя трехмесячная виза, я реально не хотел уезжать. Но вынужден был, потому что трехмесячные визы не продлеваются. И нужно подаваться уже на долгосрочное пребывание. Если ранее было это очень тяжело, то сейчас как никогда упростили эту систему до неузнаваемости. Реально для граждан Украины, для граждан Беларуси сейчас есть супер классная возможность податься сразу на 2-годичную карту, на различные классные предприятия. И получить вид на жительство, потому что рабочая карта на 2 года – это уже вид на жительство в Чешской Республике. Она здесь уже продлевается, эта карта. Через 5 лет можете получить уже статус постоянного места жительства, ПМЖ, а в дальнейшем подать на гражданство, уже не выезжая. Чешский язык не является сложным. Да, есть свои грамматические нюансы, которые не всегда легко и быстро доступны и усваиваемые. Но реально чешский язык — это славянский язык, который очень близок к нам. Я знаю, что многие сейчас, рассматривая Чехию, боятся, что вот без знания языка у них что-то не получится, что без образования тоже не получится и так далее. То есть есть свои определенные нюансы, на которые человек боится решиться. Согласен, из зоны комфорта тяжело выйти, потому что здесь вы все знаете, а если куда-то поедете, возможно, вы никому нужны не будете. Но это не так. Те люди, которые уже здесь живут, со мной согласятся. Пожалуйста, ребята, те, кто живут в Чехии, пожалуйста, оставьте отзывы и успокойте тех, кто сейчас боится и не может решиться. Я не встретил ни одного завода и предприятия в Чехии, где бы не работали иностранцы. Русскоязычные, украиноязычные и так далее.
И сейчас уже очень много лет сюда едут иностранцы на работу, остаются здесь на постоянно и занимают уже высшие должности. И попадая на такие предприятия, иностранцу просто даже на позицию разнорабочего уже не так страшно, потому что с тобой разговаривают на привычном тебе языке. Да, здесь маленький и важный нюанс, что для того, чтобы вы добились чего-то большего, вам просто необходимо учить чешский язык. Просто как ни крути. Я знаю многих людей, которые и 10 лет здесь живут, и чешский до сих пор даже на уровень А1 не выучили. Но в тот же самый момент они до сих пор работают там, где были изначально. И не смогли нострифицировать свой диплом и добиться каких-то больших высот. В 2017 году мы переехали с супругой в Чехию на ПМЖ и ни дня не пожалели об этом решении. За этот период мы пожили, не то что побывали, именно пожили в разных городах. Пардубицы, Чешские Будеюцы, Прага, Либерец, Градец-Кралове и так далее, Злин, Брно. То есть разные города по работе, потому что я амбициозный парень и... Мне просто работа на заводе не доставляла удовольствия, сколько бы мне ни платили, а платили немало. У меня 2 высших образования, поэтому я нострифицировал одно из них и искал лучшие пути, интересные пути, потому что на работе мы проводим почти треть нашей жизни, и важно, чтобы работа была интересной. Это и заставляло меня, и мотивировало учить чешский язык, продвигаться, искать пути, где действительно я смогу раскрыть свой потенциал и показать, что у меня серого вещества намного больше, чем просто работать оператором и так далее. Но это все моя история. Сейчас я хочу рассказать о том, что зачастую едут сюда люди и не знают полной информации. Поэтому 4 года назад я решил вести видеоблог. Кто давно со мной смотрит, тот видит, на какую тематику я посвящал основные темы на этом канале. Цель этих видео была достучаться до каждого мигрирующего и ездившего на заработки в Чехию человека, потому что я видел, как, грубо говоря, на моих глазах обманывают, недоплачивают, обещают одно, получают другое. И все из-за того, что реально в интернете сейчас найдете куча разных мифов, которые выгодно пускать тем, кто зарабатывает на этом деньги. О чем брать? 4 года назад, когда я начинал этот блог, я надеялся, что вот сейчас я всем все расскажу, как на блюдечке, как бесплатно сделать документы, как бесплатно трудоустроиться, как избежать этих посредников, помогал, дармоедов, барыг, субпосредников и так далее. И я думал, реально люди будут делать все правильно, легально, без каких-либо окольных путей. Но нет, я ошибался. Уже 4 года я снимаю видео, и до сих пор есть люди, которые слепо верят непонятно чему, непонятно во что. Им обещают золотые горы, говорят, что все легально, официально, и кидают. Из этого люди разочаровываются во всем. И, возможно, вы увидите какие-то негативные отзывы, что Чехия не стоит свеч. Но те люди, которые изначально прислушались к моим словам, докажут обратное, что все-таки это стоит сделать. За 4 года было создано очень много, сотни просто видео, как проверить агентуру на вшивость, что делать, когда вас обманули, как найти работу, которая доступна для иностранцев из третьих стран. Мы создавали белые и черные списки работодателей. Мы находили и рассказывали о разных махинациях и так далее, и обманах. Все это есть на канале. Я сторонник того, что нужно все делать легально, официально. Потому что если вы так будете делать, то у вас жизнь будет гладкой. Без всяких вот... Ну, есть люди, которые просто вот... Не знаю, то ли им скучно живется. Вот хочется не так, как у всех. А потом депортация на 5 лет. А потом... 15 лет отработал здесь нелегально, а потом плачется, а у меня пенсия маленькая.
Если бы он делал все легально, официально, без всяких серых путей и окольных, у него бы сейчас все было в шоколаде. Но нет. Есть люди, которые просто, наверное, были созданы в этом мире, чтобы их обманули. Просто как ни крути. Для тех, кого интересует работа в Чехии, легальная, официальная, то обратите внимание на список вакансий, которые я сейчас веду. Есть вакансии на 3 месяца, на 2 года. И в эту таблицу модерирую лично я. А значит, вы можете быть уверены, что там все проверено и легально, и что вас там не обманут. Люди, которые давно следят за мной, которые воспользовались моими советами, рекомендациями, услугами, подтвердят, что мне можно верить. Не верьте различным помогалам, которые утверждают, что изначально нужно по трехмесячной визе поехать, а уж потом на долгосрок. Нет, это фейк, и этими способами, это маркетинговыми способами, скажем так, пользуются лишь агентуры, потому что в настоящее время они не могут сделать юридически двухгодичную карту. Эта возможность доступна только для прямых работодателей и по режиму квалифицированный рабочий. Не верьте даже тем, кто утверждает, что по польским визам работать легально можно в Чехии. Это тоже вздор. Те, кто год назад не прислушался к моим словам, сейчас кусают локти. Факт. Теперь хочу рассказать о возможностях, которые открываются для вас, если вы обладатель рабочей карты. Вы можете с рабочей картой забрать свою семью, жену, детей. Вы можете путешествовать по всей шенгенской зоне без каких-либо ограничений. Вы имеете вид на жительство, которым в дальнейшем можете сделать ПМЖ и гражданство. Вы имеете возможность получать ипотеку и социальные блага в Чехии. Ваши дети могут учиться бесплатно в школах и университетах Чешской Республики. Я могу перечислить еще много благ, но хочу обратить ваше внимание на свои ранние видео, где я полностью подробно рассказываю о жизни в Чехии, как купить авто, как снять и купить жилье, как взять ипотеку, по работе все, абсолютно как поменять работодателя, как найти работодателя, кто имеет право сменить работодателя, какие документы человек должен получить, если претендует на какого-то работодателя, как, что, где, откуда, полностью все это увидите в моих видео, поэтому внимательно посмотрите их, не жалейте своего времени, и тогда вы будете проинформированы. А проинформирован, значит вооружен, а значит у вас не будет никаких проблем. Грубо говоря, некоторые в шутку говорят, что мой канал можно переименовать на «Библия для трудового мигранта». Возможно, это так. А вы как думаете? До новых встреч. Пока.